Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Пицца Геймер Мультиплеер, и добро пожаловать в новое видео по Forsaken AR Darkest Delivery. И как вы уже поняли по этому ролику, сегодня у нас речь пойдет, на удивление, не о новом персонаже или скине, а о новом ивенте из прошлого, который называется Shamrock Shakedown. Это, наконец-то, один из самых ностальгируемых ивентов, которые я вообще просто обожаю. Я еще играл со времен оригинального FNAF AR, и тут завезли море контента. Море, я бы сказал, не особо много, но есть что интересное. Например, нам завезли новые приманки, которые, хотя и не играют особой роли, но все-таки кому-то они могут понадобиться. Добавили новый список иконок, вот это мне нравится. То есть есть вот такой Фредди. Кстати, у него иконка другая, это иконка Шемрика, это иконка радиоактивного Фокси. Вот сама иконка Toxic Springtrap. Она, кстати, отличается от цветной иконки, которую вы видите вот прямо на экране, вот рядом. Она отличается, у нее зубы другие. Керс Спрингтрап, это вообще охрененно. И Серпент Мангл. Я обычно выбираю Токсика, мне Токсик вот больше всего нравится, самый мой любимый скин. Сегодня мы их всех будем гасить, конечно же. И давайте начнем, пожалуй, у меня тут несколько ходит. Я бы хотел начать с чего-то более сложного, с чего я могу просрать быстрее, чем с кого-либо еще. Так, я предпочел взять Керс Спрингтрап. У меня его скина нет на втором аккаунте. Токсика я сегодня не возьму тоже за вариант, потому что я его выбил уже. Я не думаю, что это будет особо интересно смотреть на бой, где ты уже ничего не победишь, ибо обзор на этот скин тупо не имеет смысла. Так, а вот Керс. Сейчас, подожди, Керс. Вот так. Достойно убил. Видимо, зря я так сделал. Он меня улетел. Ладно. Допустим. Тогда начнем с Шемрока. Шемрок Фредди у меня тоже здесь есть, но я бы его все равно вписал в видос. Ибо это самый первый скин в игре. Я его просто обожаю, на самом деле. Он хоть и простой, но он за это прям и ценится. Иконка у него тоже красивая, классическая. Ну и сам скинец, конечно. Так, ноги. Красивые ноги, мои лучше. Ну и Суэр. Блин, я так скучал по этим обновлениям, которые конкретно вот такого формата. Я просто оформление это обожаю. Вот это аркадная фигня Шемрокова, типа. Вот это все мне нравится. Даже Toxic Wasteland, наверное, подошел бы, если бы он был обратно. Но это прям вот такой древний ивент, который я бы вот не знаю, обожаю всей душу. Так, хватит. А, хайвайр, тихо. Здесь нужно просто спокойно его искать. Тут можно даже, не сказать бы на звук. Он просто, блин, так бегает и все. Ты можешь крутиться бесконечно. Главное не упороться на хайвайр. Чтобы не упороться на хайвайр, нужно всегда быть в движении. Так. Ага. Вот я про это говорю. Так. Соу. Что ты у меня улетел куда-то? А что ты правее-то бежишь? Ладно. Он у меня побежал правее, иконка у меня его уже тоже здесь есть. Здесь уже ничего не выпадет, это можно просто скипнуть. 31 опыт, это нормально, неплохой такой размер опыта. Мангл, мангл это я оставлю на потом. Давайте победим радиоактивного. Радиоактивный вот Фокси, это прям такой прикольненький скин.
Задумка хорошая. Мне она нравится. Но он у меня тоже уже есть, в принципе. Так, а вот теперь не слышу. Ой, у меня он лагает. Ты у меня... А, у него крюк светится еще. А, ё-моё, а я не знал, что у тебя теперь крюк светится. Прикольно. Мне это нравится. Я его как-то победил. Камера у меня опять не сфокусировалась нормально. Это бывает у меня с телефоном. И 33 опыта. Нормально. Есть у меня... У меня больше никого здесь нет. Из особо нужных есть серпент и обычная мангл. Давайте серпент. Потому что мангл у меня с ЦП Creation'а, и я бы хотел проверить, смогу ли я ее убить вот прям в конце видео. Может, что-нибудь выбью. Мало ли ЦП. Сейчас вот так сделаем по нему. Кстати, она здесь гораздо дальше стоит, чем в FNAFIRE. А деталь? А? Ща. Во. Мангл. Прив. Лагаешь. Ну, блин, вот я скин бы выбил. Ой. я успел. Да, последнюю. Так, найти. Пока. Спать. Чурка. Ну, это хороший скин, я помню, он в древнем выходил, я с ним много морочился, я еще раньше там мангу нормально гасить не умел, я ее победил один раз там как-то, и мне ничего не выдали. Ну, ладно, увы, жалко. Давайте теперь победим мою любименькую мангу с цепи Creation'а, которую я отправил. Creation'а теперь тоже какая-то фишка появилась, он вроде стал как агрессивнее, но я в этом не уверен. Не надо. Я его просто терять начинаю. Мне это не нравится. Когда я его теряю из виду, это прям нервирует. А? Давай без этого. Здесь я чуть не умер. А? Тихо. Я жив. Белое. Все опять поменяет, да? Нет, не поменяет. Все. Это красное. Блин, первую фазу пережить тяжелее.
Сними. Белая. Белая, белая. Тихо. Красная. Все, здесь по, здесь налегке. Сейчас, ли, сейчас она будет ходить. По сути, потом должна побежать. Побежала. Здесь надо теперь... Здесь я буду просто стоять в одной точке. Я даже двигаться не буду. А, нет. Здесь надо будет бросать пар. Вроде теперь у нее детали, а когда падают, они слышны. Я в этом, конечно, не уверен. Я не проверял. Но я буду стоять на месте. Потому что, блин, опять дисбаланс идет. Опять идет дисбаланс с энергией. Опять они это... Опять они допускают одну и ту же ошибку. Я пока подожду. Пусть детальки соспавнятся. Потом их соберем. Так. Вроде две уже. Я не знаю, должно быть где-то две уже детали. Ну давай. Если выбьем, значит выбьем. Если нет, значит... Не, ну она по сути... Сейчас смотри. Третья деталь. Я просто... Я не хочу сейчас просто двигаться. Вот вообще никак. Иначе я энергию буду тратить. Так. Пора искать. Три. Четыре. Ага. Четыре подряд. Осталась одна. Сейчас должно появиться где-то. Да. Беги. Ура. Ура, 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 ура. Загасили. Фу. Ну что ж, давай посмотрим. Выпадает нам или что-то, или нет. Мне насрать. Ну, посмотрим. Ничего мне не выпало. К сожалению, ну 140 опыта. 140 опыта достойно. То есть дрались мы действительно достойно. Что ж, я бы хотел победить еще одну серпин и такую же мангл с эпокриэйшн. Почему бы и нет? Это займет всего ничего. Во, пришла. Говорю же. Ну что, поехали. Так. Запись пока сюда. И поехали. Файвар. Белый, 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 е. Я все вижу. Опа, красную. Красную, все. Я спокойный. Так. Ну, не хочешь. Пон. Все. Тихо. Да. Не люблю, когда она так делает. Вот. Когда вот меняют глаза. Это еще сложнее. Что это бы? Да я... Да ты охренела! Это вообще не... Это запрещенная фича! Это запрещенная фича! Это была запрещенная фича! Я умираю просто, я сам не понимаю, от чего. Thank you.
Ну? А, фон. Блин, ну я хочу переиграть эту карту. Катка с Криэйшеном была нечестна. Я не хочу, я считаю это нечестно. По сравнению ко мне это нечестно. Это был Хайвар после, вот блин, ну просто после сразу Диклока. Все, тихо. Деталь. Бегом ко мне в объятия. Бегом ко мне в объятия. Ну, если сейчас что-нибудь выбьем, то, в принципе, я даже без Криэйшена обойдусь. О, выбили, реально. О, иконочка. Иконочку я ее случайно скипнул. Ладно. Иконочка хорошо. Вот скинец. Вот отлично. У меня же его нет, да? Не, у меня вроде серпинг нет. На базу. Он. Ну давай. А. Чуть не умер. Привет. Привет, монгол! Я тебя все равно убил. Ну что же? Что же ты мне дашь? Нет, это не скин. Ладно, зато у меня есть иконочка. Иконочка моя ли? И мой серпент. Серпунт. Вот она, серпунт. Вот такая иконочка серпунт. Ладно, на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, тебе понравилось. Надеюсь, ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если ты впервые находишься на моем канале. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики по Forsaken AR и другим новостям по этой игре, а также по другим фан-играм, которые снимает мой друг Netford. Заходи в мой телеграм-канал и смотри все самые свежие новости о Forsaken AR и новостях этого канала. Я это теперь миксую, да, потому что Force это уже часть моего контента конкретно, и я о нем буду рассказывать тоже, как и о канале. И, конечно же, присоединяйся в нашу дружную беседу по трейдам в Forsaken, где ты сможешь найти себе тех, кто захочет с тобой затрейдиться, но при этом надо будет соблюдать определенные условия, которые будут даны в закрепленном комментарии. Поэтому с тебя лайк, подписка, увидимся в следующем ролике, оставляй свои комментарии, всем пока-пока, до скорого, удачи!